чипсы. Что еще я купила? Хлеб. Миха. Выпечки никакой нет, струма нет. А, напряжения нет, да? Угу. Ну, я мягкие булочки. Друзья, вчера мы отказались плыть на этих больших яхтах в Будву. Ну, вы видели, какой перегруз. Поэтому сегодня поплывем снова на пляж Королевы. Я взял терку нам. Мы там уже не были. 2 недели не были. И отдохнем, ну и покопаем. Вчера у нас напряжения, друзья, не было. Буквально 10 минут. И писали в Фейсбуке по всем городам здесь, прибрежным, Черногории. Ну, 10 минут не было напряжения, и сразу дали. Время начала 9-го, друзья. А там до сих пор напряжения нет, да? Где выпечка? Вот, вчера дали везде, а там, где именно пекут вкусные всякие сладости, вкусности, нет напряжения. Поэтому... Не везде, не везде, да. Потому что Черногория вчера вырубила. Тогда у нас точно есть. Ну, 10 минут у нас не было, да? Ну да, так это не было и Будва, и Бар. Да, по всей там... Черногории, по всем вот этим городам прибрежным. А что, за правду? Хочу, друзья, вам показать время. 20 минут 9-го. Сегодня четверг. Сколько людей уже. Какая водичка. Да, Мишка? Да. 10 минут. Пойдем и там кофейку попьем. Каких 10 минут? 20 минут. Еще 10 минут до отплытия, я говорю. Пошли кофе выпьем. А, кофе? Вот. Да я так не успею за 10 минут кофе выпить. Ничего, это, попьем пепсиколы. Без кофе сегодня. Не успели. Немножко проспали, и поэтому будем сегодня утром без кофе. Кофе у них, конечно, великолепный. Мелкого помола, очень вкусный и, в принципе, недорогой. Но вкусный, правда. Да? Вкусный кофе у них? Вкусный. Мишка уже в жилете. Правильно делаешь. Молодец. Друзья, мы когда вчера не поплыли в Будву на дельфине, ну, на переполненном катере, страшновато все-таки. Светлана видела, как Милекина, когда это было, давно? Да, как будто затонула яхта Милекина на моих глазах, это страшно. Да, затонула яхта, погибли люди в Милекина у нас в Украине. Так вот, показывал я туман в море, видели там прямо над этим. Друзья, посмотрите, какие облака над морем. Я надеюсь, видно вам, да? Такое красивое зрелище. Как будто стена стоит. Потом, когда мы пошли купаться, я показывал еще этот туман на экшн-камеру, когда мы с Мишкой ныряли, купались, там возле лодки плавали. Какой туман, гор не видно, там немного видно с той стороны, а с этой вообще горы не видно, один туман. Потом туман этот полностью сошел на горы, не было видно ни гор, ничего. Такое впечатление было в 11 часов дня, вот-вот наступит ночь, вроде как 8 часов вечера, 20:00. Говорят, друзья, это американские, ну не американские, а войска НАТО, корабли НАТО, вернее, проплывали, и для них поставили дымовую завесу, чтобы не шокировать отдыхающих людей на пляжах. Поэтому, ну, туман был такое впечатление, завеса была, это молоко, просто ничего не видно. Потом пошла все на горы, на другие города здесь, в Черногории. Кипиш был в Фейсбуке, уже кто только что не писал, и инопланетяне, и всякие варианты там были высказаны. Ну вот так корабли прошли НАТО, и под маскировкой никто ничего не видел. Было? С космоса все видели. Да, говорят, с космоса видно было все. Ну не знаю, не проверял. Было. Вот, друзья, ждем и ждем. Уже и время.
9:30. Не хотят корабли плыть. А, вон, да-да-да, вот отходит от пристани. Сейчас будем на остров Королевы. Опять остров. Не-не-не. Сейчас будем на пляж Королевы. Едем на пляж Королевы. Вот такие, друзья, билеты выдают. Многоразовые. Да, многоразовые. 3 евро с человека. С мишки тоже берут. Ну, только с маленьких грудных не берут, а так. Снасть берут. Вон наша лодочка уже подходит. И сейчас будем садиться. Да, водное такси. О, все. Welcome. Садись-то. Пожалуйста. Вот, друзья, нас всего 5 человек, но такси есть такси. Больше нету, значит, если больше нет, значит, все равно мы плывем на пляж Королевы. Александровна, да. Отплываем. Вон платные лежачки, кафе там. Вот, на этот пляж, друзья, можно попасть только водным путем. Прохода сюда, ну, может, конечно, есть какой-то козьи тропы, но, по крайней мере, туристы сюда так не ходят. Так вот, друзья, мы остановились вот здесь, недалеко. Зонтик большой у нас. Зонтик, кстати, здесь стоит 12 евро. Но он большой, огромный, просто много закрывает. Что, позавтракаем, да, Миш? Давай позавтракаем. Вон, друзья, смотрите. Катер полицейский. И подплывает ко всем шхунам,
маленьким корабликом к лодкам и проверяет документы. Вот сейчас будет лодка отчаливать. И остановят. И будут проверять. Давайте посмотрим. Вот, раз. Смотрите. Все, документы на проверку. Прикинь, у него не будет. Вот так работает водная полиция в Черногории. Все, проверили документы. И можно лодочки плыть дальше. Еще один катер с отдыхающими. Уже очень много туристов. Много отдыхающих. Мы тоже отдыхаем. Лежак там на платном пляже стоит 10 евро. Один. Так что вода везде одинаковая, друзья, в принципе, под зонтиком хорошо. Хорошо, Александровна? Миха, класс? Ага. Это со святого Стефана. В общем, вот такой он пляж королевы. Отдыхать хорошо, друзья. Отлично. Мы продолжаем отдыхать в Черногории. Все стараемся вам показать, где были, что были и как оно происходит здесь. Туристические небольшие кораблики приплывают. Сейчас поныряет народ, покупается на королевском пляже. И дальше поплывут. Смотрите, друзья, уже сколько людей. Все приплывает и приплывают. Очень много отдыхающих здесь на пляже королевы. Поэтому... А еще только время начала 12 дня. Миха! Thank you.
Да, жарко собачки. Мэри мы сюда не взяли. Однозначно, здесь очень, друзья, жарко. И много приходит маленьких корабликов. И столько выхлопных газов, да? Воняет все, скажи. Выхлопы здесь такие есть, нехорошие, ближе к обеду. Так что, сейчас уже время без 15:12. И мы, друзья, будем уже собираться. Очень жарко. Просто невозможно здесь уже. Смотрите, собачка. Куца плыва. Слышал? Куца плыва. Первый час времени. Мы уже будем уплывать домой. Очень жарко, друзья, правда. Александровна, жарко, да? Александровна идет. Вот пришел катерок. Ну, кто-то еще, друзья, приезжает, а мы уезжаем. Невозможно жарко. Вот смотрите, охотничьи ружья у людей. Вон и вот. Будут охотиться на рыбку. Все, мы уже отплываем с пляжа Королевы. Такси здесь ходят через каждые 10-15 минут. Мы приплыли на одном, уплываем на другом. Но не важно. Все, мы в следующем году сюда приедем. Да, Александровна? Александровна? В следующем году? Да. Да? Такое здесь покрытое ковровое. Следующего года пляж Королевы. Все, Миха? Да. Приехали? Да. Черногория классная страна. Я всем рекомендую ездить сюда на отдых. Совсем недорого, интересно, экскурсии, все остальное. Море чистое, горы, воздух. Смотрите сами. Все, всем пока. До новых встреч. До нового видео, друзья. Пока.